Итак, JSON и BASIN. JSON – это стандартный JavaScript Object Notation, а BASIN – это binary, то есть 0 и 1. Соответственно, JSON возможно читать, а BASIN должен быть трансформирован. Он быстрее и понятнее для машины, но не читаем для человека. BASIN используется для хранения и транспортировки данных, например, in MongoDB database в виде объектов и документов. JSON же используется для браузер-сервер общения. То есть он не зависим от языка и может иметь разные форматы. По скорости JSON медленнее, BASIN быстрее, потому что 0.1 всегда быстрее. Также паркет и другие, Avro. Но JSON занимает меньше места на диске, а BASIN больше места на диске, потому что у него есть еще описание к данным. Используется JSON для транспортировки данных, а BASIN для сохранения. Структура у JSON стандартная key-value пара, допустим, 0 US, 1 Canada и так далее. И таким образом это представляет собой объект и array. То есть value или значение может включать в себя большой список данных под одним ключом. JSON представляет упорядоченный двоичный список, то есть через нулей и единиц. Но также там зашифровано имя, тип и значение, как string или упорядоченные данные, что утяжеляет BASIN иногда за счет метадаты. JSON может храниться в разных порядках. Это может быть нумерованный, это может быть boolean, true, false, это может быть значение, array. BASIN больше описательно используется в документации и быстрее для большого тяжелого файла. Парсинг для извлечения информации для JSON не нужен, а для BASIN нужен, потому что вы не сможете информацию прочитать. Вам нужно будет ее извлечь и трансформировать. Таким образом, JSON состоит из объектно-ориентированной даты, а BASIN из описательной части документации.